компания. Всем привет, Hyundai Solaris 1.6 седан, автоматическая коробка передач, год выпуска 2017, пробег 7400, цвет белый. Это у нас максимальная комплектация. И здесь еще дилер сам почудил, потом расскажу. Цена машины 890 тысяч рублей. Давайте смотреть. Линзованный свет, туманочки. Все красиво, с пробегом. То есть это раньше была тестовая машина. У нас салон закрылся Hyundai, потому как Дженсер прекратил свое существование. Ну и вот машину эту продают. То есть машина успела пройти 7400 километров. Соответственно, потом мы и в салоне посмотрим. Ну, как бы вот два в одном сделаем, да? Вот, видите, небольшой пробег. Маленькие сколы уже здесь на капоте. R16. Да, Nexen. Спереди стоят дисковые тормоза. Защита в арках. Ну и вот это тоже, эти трубы ставил дилер. Не знаю для чего, но считается, что как бы вот круто. У нас здесь ручки хром, бесключевой доступ. И снизу идет окантовка стекла хромовая, видите. Повторили повороты в зеркалах, и вот уже зеркало покоцалось. Напомню, что машина была тестовая. И прошла она всего 7400 километров. Здесь тоже, как видите, задние дисковые тормоза. Тоже стоит защита в арочке, все хорошо. Задние датчики парковки. Здесь тоже вот дилер вот это все сам сделал. У нас багажник открывается. Не из салона, а уже здесь кнопки. Видите, такая на двустороннем скотче. Ну тут все стандартно. Картоночка хлипенькая. Запаска на штампе. Минимум вибр проклеена. Больше все-таки железа. Здесь у нас лямочки для бутылки охлаждающей жидкостью. Ну, кто-то говорит, а я здесь самогон ложу, не вопрос. Так, здесь хорошо все пластмассом. Ручка закрывательная. Видите, пол крышки багажника. Нету ничего, просто голый металл. Здесь только защита. Ну и вот они, эти петли. Тоже все. Освещение номера, и здесь камера заднего вида, видите, тут уже тоже все. Ну, в принципе, наверное, при желании можно было отмыть, но как-то так. Вот, закрываем. Посмотрим, давайте, что здесь. Крепление чуть-чуть уже ржа пошла. Напомню, машина прошла 7400 километров. Немного ржи есть. Антенна. Вот так машина смотрится сбоку с этими трубами. Ну, я не знаю. Вот честно, для чего они тут нужны? Клиренс еще меньше стал. Угу. Как говорится, понты дороже денег, что ли? Давайте в салон присядем.
Напомню, это максимальная комплектация. Соответственно, здесь тоже все твердое, но чуть-чуть ручки, да, они чем-то таким мягким проклеены, но неплохо. Все летостеклоподъемники, водителя авто, блокировка замков, стекол и работа с зеркалом, регулировочки. Матовая хромовая ручка, динамик снизу, динамик вверху. Ну и здесь, видите, вот такая накладка. На пороге Солярис. Вот эта труба поближе. Ну видите, как она. Вот она как играет. Ну я не знаю, нужно ли ей было тулить. Сиденье по высоте и регулировка наклона спинки. Как всегда, здесь открытие крючка бензобака и багажника. Давайте смотреть. Вот так выглядит передняя панель. Магнитола с большим экраном уже. Здесь у нас угол наклона фар, яркость подсветки, отключение ESP и датчик давления в шинах. Мультируль, руль в коже, он с обогревом, он же у нас регулируется как по высоте, так и по вылету. Кнопка запуска двигателя. Здесь у нас глянцевая вставочка, аварийка. Две розетки. USB AUX. Двухступенчатый подогрев сидений, подогрев руля, подогрев зоны покоя дворников. Кондиционер. Здесь климат-контроль. Различные зоны обдува и так далее, и так далее. Коробка автомат, шестиступочка. Простенький рычаг. Видите, такой. Ручника он ничем не обшит, ни кожей, ни кнопочка такая черная. Ну, простенький бардачок. Давайте попробуем его открыть. Так вот. Падает. Что у нас с сиденьями? Ну, здесь все неплохо стоит, неплохо. Тут тоже. И у нас такой вот кожаный подлокотник бокс, он сдвигается. И вот так еще выглядит. Не особо глубокий, но нормально. Ну и два подстаканечка. Здесь, как видите, обрамлено чем-то типа хрома. Ручки. У нас в потолке с микролифтом, и не видите, его удавливается в потолок. Тут почему-то шторки нету на зеркале. Такой цвет. Ни разу не яркий. Уже, наверное, пора светодиод ставить. Ну и тут очешник. Микрофон Bluetooth. И тут тоже водитель зеркала есть. Правда, со шторкой, без подсветки. Ну и здесь... Как видите, есть плафон в потолке. Так, по рулю. Все замечательно, но вот машина прошла 7400 километров. Обратите внимание, уже кожа вытерлась. Уже у нас тут все блестит. Ну, не знаю, не знаю. Так, ну, в принципе, ее машину-то и не жалели, правильно? Умеешь ездить, не умеешь, быстро сел за руль и погнали. Так, ну что, давайте пойдем назад. Здесь мы вроде все посмотрели. Ничего особенного. Ну, ГЛОНАСС еще, да, вот, типа есть. Все, идемте назад. То есть мы, в общем-то, Солярис с вами все видели. Просто интересно было посмотреть Солярис. Вот именно с такими трубами. Почему, что и как. Ну и, соответственно, получается, что машина была тестовая. Соответственно, посмотреть, упыхали ее или нет за время вот этих тестов. Ну, в общем-то, машинка более-менее живая, нормально.
Вот так все здесь сзади выглядит. Тут ничего не стрепалось. Кстати, спереди тоже. Ну, видимо, почистили сиденье. Так, все. Отлично. Здесь тоже как бы внешне так все нормально. Ничего не отломано, не поцарапано. Вот. Ну и в общем так, все, давайте его выходить. Три подголовника сзади. Ну здесь в общем все стандартно просто. И тут тоже, вот видите, приклеили накладочку. Здесь у нас подогрев сидений и электростеклоподъемник. Закрываем. Кстати, хочу еще раз обратите внимание, вот здесь, в общем, низ, да, идет цельный, потом почему-то здесь вот один шов, потом здесь второй шов, вот здесь третий шов и четвертый шов. Я не знаю, как они собирают клеить, у них, ну, видимо, по-своему как-то идет сборка, они вот так видят, ну, сборку этих дверей, допустим, по-моему, у Шкоды в Рапиде идет вот это все цельно штампованное. Раз, то есть вот этих всех швов нету. Ну, у корейцев так, не знаю, наверное, они все-таки тоже делали какие-то испытания. Поэтому считаю, что так тоже нормально. Давайте еще посмотрим двигатель и подкапотное пространство. Что там произошло за вот эти 7400 километров. Ну, упоры дилер поставил, газовый, понятно. Здесь как не было, так и нет шумочки. Можно время, пока она была тестовая машина, и здесь поставили, потом сняли. Утверждать не буду. Ну, здесь что-то помыли, что-то осталось. Давайте посмотрим. Ну, вот тоже здесь, видите, торец болта уже поржавел. То есть как бы не без этого, ну просто металл, понятно, что, но все равно тоже что-то подвергается ржавчине. Так, у нас там шумочка есть, отлично. Движок, что по движку? Тут вроде все нормально, такого ничего не заметно, чтобы прям уж все плохо было. Ну здесь просто, наверное, от времени потемнело или не вымыли. Хорошо, а так все хорошо. Ну что, вот вам, пожалуйста, машина прошла 7400, и уже такая. Давайте закрывать, громко хлопает. Машина прошла 7400, и уже вот она продается с допами, видите, за такую цену. 890 тысяч. Не знаю, стоит ли такую машину брать. Можно. Если я не ошибаюсь, новая стоит что-то в пределах 939 тысяч, что-то такое. Да,